С самого начала идея больницы «Святый вид» была сделать современную офтальмологию доступной пациентам в стране, вместо того, чтобы качественную хирургию искать за рубежом. Вместо того, чтобы ждать приездов в Европу, эта больница, по крайней мере, насколько это касается офтальмологии, уже давно в сердце Белграда. Больница «Святый вид» является референтным учреждением в данной области медицины. Она находится в ранге самых престижных офтальмологических больниц в мире. Больница расположена в центре города, на улице Добрычина, дом 27, недалеко от площади Республики. Она занимает площадь 800 квадратных метров, имеет несколько врачебных кабинетов, зал ожидания, многочисленные диагностические кабинеты, основной и сопровождающей диагностики, операционный блок, лазерный центр и стационар. Существует и возможность размещения в палатах апартаментного типа с кондиционером. Специальная больница «Свет и вид» стала синонимом высококачественной офтальмологии. Здесь многочисленные пациенты с самыми разными недугами глаза нашли решение своей проблемы со здоровьем. В этой больнице строго соблюдаются мировые стандарты работы и применяется новейшая технология, а также лучшие хирургические и диагностические процедуры в решении сложных проблем с глазами. Достижения, достигнутые этим учреждением, непременно отметят сербскую медицину конца 20 века. Первым значительным достижением этой больницы является внедрение в нашей стране факоэмульсификации, метода операции катаракты ультразвуком. Метод, который благодаря великому новатору, доктору Чарльзу Кельману, прижился в начале 70-х годов 20 века, в этом учреждении развит до совершенства. Наиболее важным достижением больницы «Света и вид» является, конечно, тот факт, что ее деятельность повлияла на совершенствование отечественной офтальмологии, благодаря внедрению новых современных методов и предоставлению более широких возможностей пациентам. Превосходная современная офтальмология стала доступна пациентам и в нашей стране. Эта надстройка отечественной офтальмологии существует и в области операций катаракты, глаукомы, рефракционной хирургии и находит свое отражение и во внедрении фотодинамической терапии, ФДТ, реконструкцию переднего сегмента глаза для решения проблем, вызванных какой-то прежней неадекватной хирургической процедурой и так далее.